Это центр научных исследований в Севилье. Андалузские ученые сделали открытие, которое ведет к более глубокому пониманию раковых заболеваний. Онкобелок участвует в канцерогенезе. Чтобы понять всю важность данного исследования, необходимо знать механизм образования опухолей. Es una falta de control de la regulación de las células. Que la célula pierde este control y ya no puede volver atrás, sigue multiplicándose. Que de alguna manera origina el que tengamos enfermedades donde hay desarrollo de tumores malignos que proliferan sin control. В некоторых видах рака, например, лейкемии, присутствует плохой белок, не допускающий нормального отмирания клеток и вызывающий болезнь. Но ученые обнаружили, что есть другой, хороший белок, который перемещается в направлении клеточного ядра и связывается с плохим белком, блокируя его и предотвращая появление опухоли. Lo primero que necesitamos es resolver a escala atómica cómo se produce ese proceso de reconocimiento, ese proceso de unión. Исследование может помочь в разработке новых препаратов для лечения рака. Оно было опубликовано в журнале Национальной академии наук США. Y es una alegría para el grupo, para todos los que hemos contribuido en ese trabajo, el que se haya aceptado en esa revista de tanto reconocimiento. Исследования подобного рода могут стать большим шагом на пути борьбы с раковыми заболеваниями.